Три экспортных бренда разработано в Казахстане. Это «Казак Органик Фуд», «Халал» и «Мясной бренд». Об этом рассказал зампредседателя Комитета Министерства по инвестициям и развитию Тимур Нурашев. По его словам, именно под этими брендами будет экспортироваться группа товаров «Made in KZ». Разработчики в данном случае – это Министерство по инвестициям и развитию и сельского хозяйства. Они предполагают, что наибольшее количество товаров под этими марками попадет на рынки Китая, России и Ирана. В перспективе отечественные предприятия могут консолидированно выходить под этими брендами на внешние рынки. И для этого государство будет создавать всю необходимую инфраструктуру, а также координировать эффективную политику продвижения этих брендов за рубеж. Отобранные зонтичные бренды имеют стратегическое значение, ориентированы на конкретные рынки. Уверен, что этот проект даст дополнительный импульс для продвижения экспортной стратегии.